смотреть там. Называется Ару начала. В нее встроен вот такой ом. На ней множество всевозможных рисунков нанесенных. Даже нанесены японские ноты. Сделана вставочка из дерева. Сделаны лаковые покрытия. Флейта сделана из бамбука, который найден был на возле священной горы Аруначала в Индии. Начала делаться именно в Индии. И так постепенно она вот пришла к своей готовности. Флейта маленькая, такая походная. На флейте можно играть хонкёку, но по большей части она все-таки предназначена для импровизации, для игры вот звуков, игры потоков. Но при, так сказать, достаточном опыте можно и хонкёку поиграть. Получается что-то такое совсем как раз таки древнее, как, когда еще хонкёку не было канонизировано. Вот, наверное, что-то такое подобное звучало. А так, в общем, в целом, пентатоника, которая позволяет играть свободно. Вот. Собственно, ну, флейта сильная и энергетически, и звук, и тембр. Здесь все в ней присутствует. Если есть отклик, если есть возникнет желание, то флейта тоже доступна. Поедет со мной в Москву. Интересуйтесь.